Всем привет, меня зовут Николай Мищенко, и я студент престижного и известного музыкального колледжа Беркли, который находится в Бостоне, в США. И вот я уже второй год рассказываю вам об особенностях музыкального образования в Беркли и музыкального образования в Америке вообще. В одном из своих Беркли-влогов я говорил о том, что у нас существуют студии звукозаписи, доступные для студентов. И недавно у меня случилась recording session, я снял некоторые материалы из студии, которыми мне не терпится с вами поделиться. На территории Беркли расположено около десятка студий звукозаписи. Эти студии считаются одними из лучших в Бостоне. Они оснащены дорогостоящим оборудованием и музыкальными инструментами. Taping the music. That's your problem. It's a bad problem. Yeah. Это колоссальная возможность для студентов-звукорежиссеров получать практику на таких профессиональных студиях, и это замечательная возможность для артистов-исполнителей записывать свою музыку и воплощать каждую свою идею в жизнь. Пользоваться студиями, конечно, бесплатно для всех студентов, это входит в стоимость образования, и когда я смотрю на эти студии, мне сразу становится понятно, куда идут все эти огромные, колоссальные деньги, которые студенты платят за образование. Собственно, вот и все, что тут еще можно добавить. Музыкальный колледж Беркли. Какие возможности, как сюда поступить? Для тех, кому было бы интересно поступить в музыкальный колледж Беркли, я снял 3 выпуска о том, как это сделать, с чего начать, какие аспекты рассматривать. Вы можете посмотреть их на моем канале. Я знаю, что на русскоязычном пространстве совершенно нету доступной информации о музыкальном колледже Беркли и об образовании, музыкальном образовании в Америке, поэтому я это снимаю для вас. Спасибо вам большое. Меня зовут Николай Мищенко. Yeah, I was like, do you guys want some reverb? You mean during the recording? No, like now. Well, I will be. Cool. Кстати говоря, мой сосед — звукорежиссер. Пойдемте-ка зададим ему некоторые вопросы. So here's my roommate, Gianfranco Glank. Hello, Gian. How's it going? So basically, I have a mixer interface. Right. I record some, usually vocals here and other instruments, but mainly vocals. Here I have a little set of monitors, another screen, but usually when I'm mixing, I'm either here or at Berkeley using headphones, or I'm going to the studios and mix there. So right. I don't usually mix here. In my classes, we always have classes in the studios, but right. On my own, I usually go like 3 times a week, maybe. So can you tell me, does Berkeley give opportunity to learn in studios in terms of classes? Do you go to classes in studios? Yes, so all the production classes are in studios, and apart from that, you have practice time, mm-hmm. which is essentially you go into the studio because mm-hmm. you want to do your own project, so right. you want to practice. Mm-hmm. And then you have project time, which is something that's required by your mm-hmm. course, where you have to go with other people and then right. do production project. Okay, would you show me something that you recorded in studio? Yes. So this is what I did last night. So I'm gonna play a little bit of it. Let's see. And what you love. I love when it's raining.
right. Thank you so much, Jen. Thank you. That was Gianfranco Glanc at Berklee. He's a sound engineer. Thank you so much. Thank you. Have a good night.